Всем привет, меня зовут Олег Кривенко, и сегодня я хочу познакомить вас с этим озорным мальчишкой, которого зовут Рой. Роя вместе с братом волонтеры нашли в картонной коробке на окраине города. Там малышей ждала неминуемая мучительная смерть, но Рою и брату повезло. И поняв, что им подарили возможность обрести собственный дом, собачья семья буквально засветилась от счастья. А Рой вовсе начал проявлять свой характер во всей красе, будто показывая: «Со мной не соскучишься, я готов и очень хочу стать преданным другом самому лучшему человеку на земле». Рой – пес, который ни секунды не позволит вам скучать. Он настоящая собака-компаньон и буквально создан для того, чтобы сопровождать хозяина повсюду, охранять и развлекать. Кстати, по части развлечений Рой – первый в собачьей семье. Он настоящий весельчак и заводил во всех собачьих играх. При этом щенок очень сообразительный и отлично понимает, когда нужно остановиться. Рой – смышленый парень и уже сейчас в своем юном возрасте проявляет чудеса дрессировки. Рой не только умный и покладистый щенок, но еще и настоящий красавчик. Вы только посмотрите в его добрые озорные глазки. Сейчас у Роя 3 месяца, он привит и готов к переезду в новый дом. Размер Роя будет среднего, его красивая и густая шерсть не позволит ему замерзнуть зимой, поэтому лучше всего он будет себя чувствовать в частном доме, в вольере или будке. Если вы всю жизнь мечтали о таком друге, спешите забрать его домой, ведь он так ждет своего хозяина. Откройте свое сердце для верного друга.